Парень говорит мужику: иногда, если промолчать, будешь казаться умнее. Тот подумал и отвечает: это не тот случай, отвечайте на билет. Девушка с парнем за столом на кухне. Девушка спрашивает: почему ты никогда не говоришь, что любишь меня? Парень задумался и отвечает: я сказал однажды, если что-то изменится, я дам знать. В кабинет к доктору заходит мужик. Доктор говорит: раздевайтесь. Мужик недоуменно: зачем? Я доктор и лучше знаю. Мужик разделся. Доктор продолжает: ну что вас беспокоит? Мужик: я медикаменты привез. Хотел узнать, куда выгружать. В меховом салоне дама спрашивает: Абрам, так какую шубу ты посоветуешь мне купить? Мужик посмотрел на нее и отвечает: не знаю, Сарочка, не знаю. Здесь каждый совет слишком дорого стоит. Учитель музыки говорит ученику: Моня, ты должен больше играть на пианино. Ученик подумал и отвечает: куда уже больше, Наум Соломонович. Седьмой сосед уже повесился. Разговаривают два приятеля. Первый говорит: хочу на охоту. Второй отвечает: а я хочу на рыбалку. Первый продолжает: ну ладно, предлагаю компромисс, поехали рыбу стрелять. Общаются два футбольных болельщика между собой. Первый спрашивает: вот никак не пойму, зачем на тренировках футболистов вместе с ними бегает и вратарь? Он же только на воротах топчется. Второй объясняет: а убегать от тренера после проигрыша? В респектабельном квартале Лондона купил дом и поселился индус. Сосед-англичанин купил новый Rolls-Royce. Через месяц заходит индус к англичанину и говорит: а я живу не хуже тебя, у тебя Rolls-Royce и у меня Rolls-Royce. А англичанин оборудовал бассейн подсветкой. Спустя месяц заходит к нему индус и говорит: а я живу не хуже тебя, у тебя бассейн с подсветкой и у меня тоже. Проходит еще месяц, заходит снова индус к англичанину и говорит: а я живу лучше тебя, у меня сосед англичанин, а у тебя индус. Жена спрашивает мужа: дорогое, что приятное я могла бы сделать тебе в день рождения? Муж отвечает: давай займемся ролевыми играми. Жена уточняет: давай, что бы ты хотел? Муж, улыбаясь: значит так, ты глухонемая проститутка.